В общем, тут пусть мы бедно жили, но мы прожили хорошую, веселую жизнь. Даем вечерний выпуск областных известий. Écris-moi, ne m'abandonne pas. Da 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 da. Pam pam. Laura, sa semaine. Dai da kripka valuga. Выбегай серый голый, пускай добро усал. Мама говорит, ну куда ты поедешь, больная, и так далее. Нет, я поеду в Курпеду к своим, к староверам. И буду я по-христиански. Ты изменила своей вере, крестила свои дети, не знаю, что я не хочу, чтобы мне какой-то православный поп отпевал. Мондвиль. Заводской пригород города Кан в Нормандии. Сюда попал в 1930 году Иван Иванов. Он уехал искать счастье в далеком французском краю. Шла тогда война. А как только она кончилась, начал Иванов хлопотать о возвращении на родину. Но не дожил до счастья увидеть родные места. Умер за несколько недель до отъезда. Отче наш, иже си на небеси, да святится имя Твое, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont... В новое неизвестное поехала его жена Мария. Что? Я считаю, что Бог прибрал нашего папу. Если бы он сюда приехал, бы где-нибудь загремел под фанфары. Пойду я у качму, возьму квартурому. Можешь, моя Катерина, вернися до дому. Можешь, моя Катерина, вернися до дому. Сошли же ты, Боже, снеги и морозы. Убей, Боже, Катерину за сиротские слезы. Убей, Боже, Катерину за сиротские слезы.